Перед самым Новым годом мы намекнули вам, что в 2022 году кардинально изменится схема игр в сезоне. Что ж, мне кажется, пришло время узнать подробности. Ключевых изменений будет несколько, и вот их список. Во-первых, на арене больше не будет разделения команд на дивизионы. Во-вторых, мы вводим новое понятие – Arena Points. И, наконец-то, самое интересное – сезонные игры пройдут в рамках Point Blank League 2022. Всего сражения лиги будут включать три сезона – весенний, летний и осенний. А финальная борьба развернется на LAN-финале в Москве в конце осени. Теперь обо всем по порядку. Как попасть в сезон? Перед каждым из трех сезонов будут проведены открытые квалификации для всех желающих, без ограничений, где команды сразятся за 24 квоты в сезоне. Хочу обратить ваше внимание, что с приходом новых правил шанс побороться за выход из группы есть у каждого игрока. Да, даже у тех, кто прежде не участвовал в турнирах арены. В первой групповой стадии все участники будут разделены на 4 группы. Отсюда дальше пройдут топ-2 команды из каждой группы. Таким образом, вторая групповая стадия, в которой сразятся 8 команд, станет самой важной в сезоне. Именно здесь в дальнейшем будут распределены те самые Arena Points. Я знаю, ты спрашиваешь себя, что это за загадочная Arena Points. Arena Points – это очки, которые будут начисляться командам в зависимости от занятых мест во второй групповой стадии каждого сезона. По итогам трех сезонов, 4 команды, набравшие в сумме больше Arena Points, поедут на LAN. Главное помнить, что Arena Points можно как получить, так и потерять. За нарушение ряда определенных правил будет сниматься процент от набранных очков. Не хочу сейчас грузить вас этим, так что следите за нашей группой ВКонтакте, там мы расскажем об этом подробнее. Ну а теперь о самом главном, о призах. За что мы бьемся? В каждом сезоне команды будут сражаться за денежные призы, бонусы и крутой игровой донат. И самое главное, за возможность поехать на LAN-финал в Москву, где пройдет главная битва Point Blank League 2022 за призовой фонд года. Знаю, новостей много, но все, что нужно сделать прямо сейчас, это собрать надежную команду и готовиться пробиваться наверх рейтинга Point Blank League 2022. Удачи в сражениях!